Мы строим П-образную перегородку. Процесс довольно-таки непростой, потому что многие ошибочно думают, что когда обшиваешь конструкцию, то лучше скроить листы вдоль стойки до потолка. А этого делать категорически нельзя. Знаешь почему? Нет. Потому что в зоне стыков могут появиться трещины. Ничего себе. Нужно вырезать лист в форме буквы «Г» так, чтобы во внутреннем углу был цельный гипсокартон. Смотрите «Школу ремонта» в субботу в 11:30 на ТНТ.